Всем привет, с вами Призариум.ру, и сейчас мы будем определять победителя в акции от компании покупки из США и узнаем, кто же получит iPad. В акции приняло участие 3353 человека, расположились они на 42 страницах, и определим страницу, на которой же будет наш победитель. Страница номер 15. Здесь у нас участники с номерами 1121 до 1200. Участник под номером 1192. Андрей Лапшин. Вот он у нас. Так, у Андрея 203 друга. Так, фотография меня что-то его не хочет показывать. Господи. Какая прелесть. О, загрузилась. Так, сам Андрей-то у нас есть на фотографиях. Все-таки я хочу посмотреть их все. Вот так будет проще. Так. А, ну вот у нас тут что-то есть. Разные фотографии. Вот, собственно, да. Вот они, его фотографии нашлись. Так, и обязательным условием была подписка на страницу, точнее, группу покупки из США. Так. Да, Андрей выполнил все условия акции. Так что мы вас поздравляем, вы становитесь победителем и обладателем iPad. Для того, чтобы получить ваш приз, свяжитесь с Виктором Бабицким. Его контакты есть на нашей странице ВКонтакте wiki.com/призариум. А всем остальным желаю удачи. Пока.